Технический прогресс и смекалка водителя не дали шансов на анонимность двум автоугонщикам. На проспекте Ленина Нива протаранила легковой автомобиль и попыталась скрыться. Не растерявшись, потерпевший водитель схватился за фотоаппарат и зафиксировал лица обидчиков. Вот его машина, вот они все сидят за рулем. А этого, кто за рулем-то? Вот второй сидит. Ну, это тот, который уже был, да, крупным планом, один он был. А второго участника осталась маленькая фотография. Ребят, давай снимать не будем здесь. Как не будем? Как не будем? Да ладно, хорош. Как не будем? Не, ребят, вот эта машина оказалась в угоне за, словом, 15 минут до ДТП. Данная вот машинка Нива сегодня давалась в угоне около часу дня, после чего преступники совершили ДТП на круговом движении пролетарского круга, скрылись с места ДТП. После оперативных действий машина была вот найдена на Ранец 12. Преступники скрылись. Ну, вон есть свежий след. Вот и вот. Бабань. А вон повреждения по Субаре. Как раз вот нижняя часть. Вот он и в бочину вошел. Два ряда стоит, три ряда стоит. И вдруг выскакивает из среднего еще один. Он шел с проспекта Ленина в сторону автозавода, на круг и на мост. А Нива шла со стороны проходных. И вот во втором ряду Нива его цепляет. Бог, то есть Нива не уступает. Он назад стал сдавать. И разворачиваться, и уходить в сторону вызов. Ну, он явился хозяин. Говорит, угнали. Ну, похоже, что не совсем честно. Ну, знают, конечно. Пацаны вместе пили. А там в отказ пошли. Все, надеюсь, пьяные. Ничего не скажу, девушка, я не могу вам говорить. Почему не можете? Ну, не могу. Ну, так машину действительно угнали? Да угнали. Заявление единственное, я не успел написать, потому что мне сообщили, что машина уже здесь. А где, откуда угнали? С главной проходной завода. С главной газа. В завод пошел. Из завода вышел, нет машины. Машина 30 лет. Что там ее открывать-то? А угонщиков вообще знаете? Кто? Предполагаете, кто? Нет, не знаю. На фотографиях видно лица данных преступников. Сейчас следственно-оперативная группа приедет. Отпечатки пальцев снимет, и поэтому я думаю, что преступники будут найдены. Вот она, бдительность наших граждан. Эти девушка, я со школы занимаюсь фото. Фотик в руках. На сиденье лежит все время. Кстати, пока угонщиков задержать не удалось, но уже известны личные данные одного из них, ведутся активные поиски.